Здравствуйте, начинаем брейк с утра. Брейк одна коробка, Upper Deck вторая серия. 18-19 год, мегабокс называется. 12 пакетов, там даже 13, по-моему, должен лежать. Какое-то время по сайту 30 июня, почти 6 утра, 5:59. Так, место одно я поменял. От Руслана забрал Сергею. Пишем. Начинаем. 5:59. Итак, рандом. Вот они места наши. Рандом одной коробочки. Так, команды. 31 место. И, значит, кубики кидаем. Четыре плюс четыре – восемь. Восемь раз. Один, два, так, проверяем. И восемь. Восемь раз. Копируем сюда. На всякий случай сохраняю. Мало ли. Такая коробочка еще одна есть. Потом могу, в принципе, выставить. Если будет интерес. А так жду уже следующей посылки. Не знаю. Может, через неделю, через две, через месяц придет. Как самолеты будут летать. Там уже поинтереснее коробки. Это там рандомные в основном брейки у меня в этот раз. Небольшая посылочка для развлечений, можно сказать. Так, все, вот они. 31 место, рандом. Теперь можно к самой коробке переходить. Коробка вот такая, она какая-то большая. На вид. Я сначала думал, что в ней большие карты есть, но у них не так. Вот номер один, всего две их у меня. BB072754149. Итак, вскрываем ее и смотрим. Где ты вскрываешься? Сверху. В два ряда коробки, вот пакетик какой-то новички, три карты новичков, все, коробка пуста. 2 4 6 2 4 6, 12 пакетов и новички, три карты опичи. Сейчас мы всех скроем, новичков, наверное, сразу посмотрим, тянуть не будем. Здесь тоже у печи попадаются внутри. А бывает еще даже джерси видел. Скупался в бассейне, называется. Маленько простыл. Футбол посмотрел я, что за 200 с копейками аж цена на новую коллекцию Finest. Не знаю, там 750-800 места, если 20 команд. И еще неизвестно, кто там подписан, какие автографы. О, что-то интересное. Давайте смотреть. Новичок доната. Бостон Брюинс. Опичи, Расмуссен, новичок, Детройт Ред Уинкс и красненькая параллельная она какая-то. Брейди Ткачук, Оттава Сенаторс.
Не тиражный, просто, наверное, красненький. Вот такие вот три карты. Новички. Отложим мы этих новичков куда-нибудь подальше. Ну все, поехали. Итак, база. Даллас, Миннесота. Тут прям такой из раздевалки, что ли. Сент-Луис. Program of Excellence, Upper Deck Canvas, Канада. О, боже мой. Роберт Томас, Канада. Но это будем смотреть больше всех матчей, за кого он сыграл, если в форме Канады. У тебя там подписано. По-моему, Сент-Луис, если не ошибаюсь. Посмотрим, позже подведем итоги. Тампа, Сан-Хосе, Карлсон. Далее у нас Колорадо, вратарь. И Джо Торнтон, Сан-Хосе. Вот так вот интересно аж. Канада. Интересно, редко, нередко не попадаются такие. Монреаль, Вегас, Рейнджерс, Янганс, первый Янганс, Рэмпл, Лос-Анджелес. Тоже Янганзы. Кто-то копейки стоит, кто-то подороже. Далее. Рейнджерс. Вратарь Бостона. Раск. Далее. Бо Хорват, Ванкувер. И Шиа Теодор. Вегас. Базовые карты, конечно, но все равно красивые. Так, Нью-Джерси. Радостный вратарь. О, пакетик смешных людей. Баффало. Так, Ричардсон, Койоты. Портрет. Портрет Джонсона, Торонто Мэйпл Лифс. Андреас Джонсон. Все, вот эту кучку складываю, потом уже разберем. Анахайм, Сент-Луис, Виннипек и Сан-Хосе. Уже бородатый. Борода как метла, конечно. Охота с такой ходить, не знаю. Так, Лос-Анджелес снова вратарь начинает. Рейнджерс, Ойлерс, новичок Детройта, Марки Рукки, бриллиант. Какой-то там бриллиант написано, но такой вот новичок. Далее снова Детройт, Каролина, Нэшвилл и Торонто. Следующий пакетик. Вашингтон, Айлендерс, Лос-Анджелес. Снова новичок для Оттавы. Но вот этого я никогда фамилию не прочитываю. Это Оттава Сенаторс. Ладжой. Максим Ладжой, Оттава. Так, Торонто, Флорида, Вегас и Аризона Койотс. Нафиг. Кот, ты чё кричишь? Так, Оши, Вашингтон, далее Сент-Луис, Чикаго и Upper Deck Canvas, тоже горизонтальная. Даги Хэмилтон, Каролина, Hurricanes. Canvas. Ой, извиняюсь. Далее Бостон, Флорида, Калгари и Оттава. Вопит. Так, Калгари, следующий пакетик. Колорадо, Каролина, еще раз Каролина, Свечников, новичок, бриллиант, почему бриллиант, непонятно написано, так назвали. Чикаго, Аризона, Питтсбург
и Нэшвилл. Базы много. Ну, база интересная, разная. Если коллекции всякие разные, то это... Вот ее где складировать, конечно, эту базу. Так, Гальчинюк, Аризона, Детройт, Дакс, Морган, Климчук, Калгари Флеймс, портрет, Апердек портрет, второй портрет для Калгари Флеймс, Детройт, Утки, Монреаль и Флорида. Это все база. Будет или нет у нас джерси, неизвестно. 4 пакетика осталось. Калгари Флеймс, Детройт. Далее О'Райли, это у нас Сент-Луис. Ян Ганс для Бостона. Ваканайнен. Какой-то фин, похоже. Даллас, Вегас, Каролина и снова Каролина. Две карты по Каролине подряд. О, будет джерси. Давайте ее в конце посмотрим. Ну вот, начинается рандомная карта. Калгари плюс Каролина. Чек-лист. Придется рандомить, если ни одному попалось. Карта на рандом. Далее Ванкувер, Монреаль. О, Ян Ганс. Новичок для Рейнджерс. Лиас Андерсон. Тут, мне кажется, он во всех коллекциях новичок, никак в старичка не превратится. Этот Лиас Андерсон. Далее Аризона, Айлендерс, Мадюшен, Оттава и Кузнецов. Наш человек в Вашингтон. Следующий пакетик. Баффало, Питтсбург. Это у нас Ванкувер. Далее Детройт. Реску бриллиант. Что за бриллианты? Непонятные бывают. По несколько матчей проведут и все. И затухают. Ну и вратарь Баффало. Виннипег, Нью-Джерси и Питтсбург. Так, ну что, подходим к заключительному пакетику. Заключительный пакетик у нас. Вот так вот сделаем его. Джерси в конце. Так, Джейсон Цукер, это Миннесота должно быть. Бостон, Каролина, Ванкувер. Далее. А, перевернуть придется, наверное, да? Далее у нас вот этого не смотрели. Это Генсел, Питтсбург. И ну понятно, Миннесота Уайлд. Зеленый шлем. О, Джордан Гринвей. Кусок хороший зеленый вырвали. Джерси карта. Сейчас упакуем сразу. Карта, джерси. Ну, сейчас рандом проведем. Видео залью. И вторая коробочка еще есть. Итак, в бонусном пакетике 3 новичка было. Детройт, Бостон и Оттава. Этот красненький. Параллелька, наверное. Всякие разные карты. Вот в этой стопочке. Новичок для Детройта, Ян Ганс Рейнджерс, еще один Ян Ганс Бостон, портрет в Калгари, новичок свечников Каролины, Канвас Каролина, Оттава, Детройт, Торонто, Ян Ганс Лос-Анджелес, и вот эту карту буду смотреть. Роберт Томас, больше всего матчей на сегодняшний момент провел за кого? Тому и уйдет карта. Program of Excellence. Upper Dead Canvas. Почему? Ну, в форме Канады. Канадский паренек. Так. Джерси карта ушла. Миннесота Уайлд.
И вот эту карту мы сейчас будем разыгрывать. Калгари против Каролины. Чек-лист 351-450. Сейчас откроем ноутбук. Каролина Сени. А Калгари Кевин. Кевин против Сени. Так. Сейчас мы сделаем так. Калгари первая, Калгари Каролина. Давайте. Делаю по два раза всегда, чтобы веселее было. Калгари Каролина. Калгари Каролина. Итак, кидаем кубики. 6 раз. Калгари или Каролина. Погнали. 1, 2, 3, 4, 5. 6-й раз. Каролина победила. Даги Хэмилтон, Каролина. Карта уходит коллекционеру Сени. Каролина. Вот. 6 раз. Тут 6 раз. Все. Ой, сори, извиняюсь еще раз. На этом завершен наш брейк утренний. До скорых встреч. Пока-пока. Всем удачи.